Добрый день, друзья! Сегодня я вам расскажу про интересную квартиру. Мы находимся на канале Грибоедова, в самом центре Санкт-Петербурга, во втором дворе. И я вам расскажу про квартиру, которая выходит в классический двор-колодец. Итак, мы внутри квартиры. Квартира представляет собой двухкомнатный вариант. Здесь две изолированные комнаты, кухня и раздельный санузел. Сейчас мы находимся в гостиной. Здесь есть большой просторный альков, который можно зонировать либо под кабинет, либо зону отдыха наоборот. И, собственно говоря, сама гостиная с большим окном. Окно выходит у нас во двор, с которого мы начинали сегодняшний ролик. Итак, мы во втором функциональном помещении. Это спальня. Довольно-таки большое помещение. 25 квадратных метров общая площадь. Плюс мы имеем два окна, которые также смотрят в тихий зеленый двор. Ну и само помещение правильно прямоугольной формы, оно довольно-таки широкое, поэтому здесь просторно. В самой квартире, конечно, нам требуется сделать ремонт, но это и хорошо, потому что можно воплотить все самые свежие, новаторские идеи, которые есть на сегодня в дизайне. Для более подробной информации, для записи на просмотр, можете обращаться ко мне любым удобным способом. С радостью вам отвечу и жду на просмотр.